кстати, в блоге. Не жалеет ни коллег, ни саму себя. Скандальный депутат Рады Надежда Савченко в эфире одного из украинских телеканалов предложила принести в жертву Украине 1000 политиков. 450 в Раде, почти столько же в Кабмине и на Банковой. Если уничтожить до 1000 человек, а это меньше, чем Украина потеряла на войне, Украине станет жить намного легче. Савченко регулярно делает заявления, которые возмущают политиков в Киеве. На днях она объяснила, почему февральский переворот не принес желанных изменений. Поскольку его организаторы, в терминах Савченко, это новые кролики, заразились от старых кроликов вирусом коррупции в общей политической клетке.